Добрый вечер, уважаемые жители Гагаузии. Хочу обратиться к жителям города Вулканешта от имени митингующего комитета нашего города. 31 июля в 11:00 наш митинг состоится в городском парке, как мы вам обещали неделю назад. Также хочу сообщить вам, к сожалению, из-за несогласовки действий со стороны партии социалистов, мы свой митинг проводим, как мы вам обещали, политически неангажированный. Мы с народом, и мы свои действия будем согласовывать только с вами. Хочу вам сообщить следующее, что наши подписи 660, которые мы собрали 17 июля, были отправлены в президентуру, правительству Молдовы. К сожалению, на сегодняшний день ответа пока нету. Также хочу сообщить вам, жители нашего города активно начали собирать подписи обращения к правительству Российской Федерации по газу. На сегодняшний день мы уже собрали более 1000 подписей. Эта работа будет продолжаться, сбор подписей, независимо ни от кого, ни на что, мы будем продолжать. Мы будем ее продолжать также по всей Гагаузии. Наша цель, чтобы нас услышали от имени народа. Доброго вечера всем, спасибо за внимание.